Я вам покажу всех моделей, которые были в наборе. Вот такой конь. Кстати, перекрас под тракена. Давайте его распаковывать. Вот такой тракен. У нас туда не получается разрезать. Сейчас попробуем просто пальчиками. Тоже не получается пальцами. Давайте сейчас я разрежу. Вот. Она вот так разрезается. И выходит на сцену перекрас тракена. Ну, такой жеребец. Это жеребец, да. Думала, девочка. Но жеребец. Я не знаю какой это породы, поэтому подскажите, если есть. По-моему, это американский мелин. Как-то так. Вот такой конь. Давайте отставим его в сторонку. Дальше у меня идет вот такой вот пакетик со всадником и лошадью. Как обычно, проволоки. Как же не обойтись без проволок, да? Им. Все, я достала вот такой вот, такая вот кобыла. Тут все мышляют. Ну, что могу сказать, нормальная кобыла. И сейчас я полчаса буду откручивать вот эти вот, как называется, забыла. В общем, нужно откручивать вот эти вот проволоки, которые очень долго откручиваются. Как-то так. Так. Пытаюсь, конечно, открутить их. Вот они так трудно завязаны. Прям вообще. Вообще мне трудно развязать. Придется вот так вот. Я уже развязала с лошади. Осталось теперь только эту всадницу откопать от ног. Заточение ног. Потому что реально заточение ног. Лошадку пока отставим. Не знаю, это обычно такой моделик. Закрепляют, конечно, но я не ожидала такого закрепления уж. Такого прям вообще не было. Ну, сейчас я вам покажу, как оно разрезается. Разрезание проволоки, конечно, большое. Не просто такое. Ребята, ну как мне ее снять? Ребят, ну скажите, пожалуйста. Ну как мне ее снять? Придется как-то работать одинаковенько. Крутишь, 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 и никакого результата не получаешь в итоге. Сейчас я раскручу как-то, пытаюсь. Ну тут трудно вообще завязано, я хочу сказать. У меня могла бы истерика случиться. Такого завязывания. Модели, конечно. Ну, просто реально. Ну, вот так вот завязывается. И потом трудно как бы отвязать. Если попробовать, то можно и всунуть ее. То есть попробовать можно по-разному. Но я не уверена, что всадника легко атаковать. Потому что такова жизнь. И трудно выйти из любой ситуации. Все больше и больше завязываю. Господи. Это такой шок. Реально, я вам бы сейчас ногу могу разрезать здесь. С этой проволокой. Все, я понимаю. Теперь можно развязать. Я уверена, что мы сможем развязать. Или всадница будет так всегда. Я не понимаю, что с этой всадницей. То ли так завязывают, но я полчаса реально сейчас делаю это. Вот уже пытаюсь, как-то пытаюсь. Но никакого результата в итоге не вижу.
Давайте, ребята, отстанем пока от этой задницы, я думаю. Все же нехорошо вот это вот полчаса развязывать. Уж вот эта вот проволока меня все больше и больше расстраивает. Потому что я не могу лошадь ею отвязать. Ну, или всадника. Этой проволокой, конечно. У меня руки аж краснеют. Не понимаю просто. Наконец-то я разделала. Вот такая всадница. Наконец-то я ее разделала. Но вот такая лошадь. И сейчас мы можем снять с нее... Кстати, уши большие, я хочу сказать. Это порода руловский рысак. Вот такая вот модель. Кто-то говорит русак, кто-то рысак. Но я думаю, лучше правильный рысак. Как-то так. Как-то трудно. Ох, это просто вообще какой-то шок. Ребята, помогите! Это седло не снять с нее, это реально, я хочу сказать. По сравнению с тем, что я снимала вот эти вот лошадки, конечно, вообще. Ну, вот такое вот седло с новым вальтрапом. Ну, и сама лошадь, она такая красивая более, мне нравится. Это не снимается, вы не думайте, что оно снимается. Вот так вот. Уздечка нормальная, обычная. Дальше есть такой вот... Это... Что это? Это, в общем, победительный венок. Ну, то есть, когда лошадь победила, и она вот так вот... И на нее надевают такой веночек. Прикольно, мне понравился. Вот так. Давайте попробуем на нашу лошадку примерить это. Я не понимаю, как оно примеряется, то ли это вообще не на лошадь, но, а может это намеренно вообще вот так вот вылазит. Ну, вот только намеренно что-то. Но на это вот я бы не сказала, что оно так уж сильно и вылазит. Потому что сначала нужно голову, потом это еще, ну, в общем, только намеренно заходит. Я другого просто выхода не могу сказать. Ну, вообще, оно и на рисунке было не ставлено, но я думаю, ладно. Вот такое вот, что-то там написано, я не знаю. Но мы продлеваем дальше. Вот такой вот пакетик с медалями, кубками. Я сразу должна получить этот кубок. Кубок получить, если мне это где. Вот такой вот кубок. Кубок. Дальше у нас есть медаль такая. Еще красненькая медалька. Еще медаль. Это уже на человека вешается. И еще медаль. Дальше какой-то конный кубок. Дальше садик. Вот такой всадник. Он может садиться так и на руловского рысака и на тоже какую-то породу. Но оно без седла не сидит. Так. И седло уздечка наконец. Вот такой вот, вот такая вот черная уздечка и вот такое вот седло. Как-то оно перекошено выглядит. Вот такие модельки были на будет. Некрасивые.
Сейчас попробуем надеть на них седло и уздечку. Вот так оно надевается. Так. И получается вот так вот. Давайте прицепим всадника очень крепко. Я обычно так делала, и у меня все получалось. Главное, чтобы провод не сломать. Повод. Потому что повод очень трудно сломать. Ну, повод вообще. Да, ну и тоже, в принципе. Вместе с видоустком. Но видоустка там не было. Потянем немножечко. О! Ой! Всадник упал. Давайте просто поставим. То есть я не буду закреплять его. Просто всадника уже прикрепим. Кстати, она не надевается. То есть саму модельку она так себе не надевается. Вот такая вот лидея получилась без заточения. Кстати, можно прицепить сюда медаль. Вот сюда, по-моему. Ну, это, по-моему, на уздечку цеплялось. Мне не на чего прицепить, поэтому я пытаюсь как-то сюда прицепить. Вот так оно прицепляется. Лошадь, ну я не знаю, какие-то штуки должны быть специальные, чтобы это все прикрепить. Но медальки пока останутся. Вот такое вот. Теперь на жеребца надеваем уздечку и седло. Вот так вот получается. Сейчас. Получается, оно не получается. В общем, эта уздечка не находит на вот этой вот породы коня, но я уверена, что она когда-нибудь вместится. Просто нужно не так надевать. Давайте попробуем седло тогда. Я не все как думала. Будет. Здесь намного седло, туже, что такое. Вот так вот. Седло намного туже. Что я могу сказать? Седло туже, как бы. Уздечка тоже туже, чем обычная. Я не даю его надеть. В общем, она должна вот сюда вот надеться. Потом это сюда. Ясно и коню, что это такое. Я не понимаю, как это надевать. Оно уже туго-туго надевается. И намного труднее его надеть. Вот так вот. Вот так всадника надели. Вот так вот всадник держится. Вот две лошади. В принципе. Дальше я покажу вам, как цепляется вот так вот. Как сюда оно надевается. Очень удобно даже. Но с уздечкой оно реально цепляться не будет. Поэтому, если даже с уздечкой, то оно цепляться уже не будет. Потому что много места. Ну, вот это вот не цепляется сюда, я так понимаю. Поэтому оставим. Это, пожалуй, находится на всаднике, я видела на коробке. И вот так. Вот это вот кубки у нас, монетки и так далее. Вот так. Вот такие вот у нас модельки. Вот так вот они могут драться.
Ну, у нас тут не драки, конечно же, от шляй, а просто лошади. И на шляй. Ну, неаккуратно всадники покрашены. Ну, вообще аккуратно, но не так уж аккуратно. По сравнению с моими, которые у меня были всадники, сейчас я вам покажу. Вот те вот намного... Вот, вот, видите? У этих, да, у этой даже двигаются руки. Попробуем этих всадников. Кстати, этого всадника мне тоже на день рождения подарили. Сейчас. Вот так. Это вот лицо у нее более такое. То есть у тех всадников оно другое. Вот и вот. Сейчас попробуем приступить на эту лошадь. На эту лошадь. Ну, держится вроде бы, ну, нормально, я хочу сказать. Вот так. Ну, не нормально. Вы сами поняли. Почему так? Ну, наверное, оно просто из наборов подходит тоже. Неважно. Сейчас посмотрим, как оно на Лидею смотрится. На Лидею, мне кажется, самый раз. Самый раз. Ну, на Лидею, да. Я хочу сказать. На Лидею это хорошо, даже цепляется уже сама. То есть я только села, она уже... Только я поставила, она уже села. Вот так. Вот так получается. Ну, не будем сравнивать с моими старыми всадниками. И перейдем к самым интересам. Вот такие вот у нас здесь конь и кобыла. Это кобыла. И вот так.